после матча пресс-конференции. С нами главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Леонид Григорьевич Тамбиев. Пожалуйста, тренер, ваш комментарий по игре. Хорошая игра. Много борьбы, много единоборств. Вот. Игра спецбригад определила, я считаю, исход матча. Соперник забил на 2-2, забил 1. Вот. Поэтому боролись до конца. Ну, единственное, что я могу сказать, немножко не подвинулись. И так отскоки все было. Нас туда просто не пустили. И так соперник нас отсекал, не пустил. Вот. Должны были гол пятака. Сколько много было в вратаре. Ну, мы не подъели, не пустили сюда. Либо плохо шли, нас не пустили. Вот. И соперник с победой у меня все-таки. Спасибо. Коллеги, ваш вопрос к ним. Добрый вечер. Действительно, равная борьба была. Не считайте, что «Адмирал» больше был достойный этот матч? Ну, хотя бы одного очка там перевести в большую неправильную. Ну, не знаю даже. Ну, да, согласен, равная игра была, равная. Инициатива приходила то в сторону «Спартака», то в нашу сторону. Вот. Ну, с одним голом тяжело побеждать. Вот, ну. Да, такие так тяжело пройти, в принципе. Спасибо, да, сыграли неплохо с ним. Да, ну просто. Примерно как следующий матч. Вы не понравились Елисеева, в принципе, ждали весь август. Вот он появился в составе, но пока он не идет игра, с чем это связано? Ну, не идут очки, скажем так. Ну, так пусть он разбирается, чем это связано. Он тренировался, он готовился. Это оправдание много нужно найти. Самое главное можно добавить, я считаю, что самоотдача и не поперек, а по чистому льду кататься, должен есть на ворот, тогда и дал бы, пока так сказать. Андрей. В целом, как оцените выездную серию «Адмирал»? Да у нас еще матч в Казани. С Акбарсом игра послезавтра. Ну, идет становление команды, понимаете, такой не быстрый процесс. То есть, есть позитивные моменты. Влились перед сезоном ряд игроков. Вот. Ну, в принципе, я говорю, что времена мне игра нравится «Адмирала». Потому что команда управляема и стараются выполнять то, что тот хоккей, который мы им прививаем, та колода игроков, что у меня в руках, мы видим, что какой хоккей нужен «Адмиралу», который будет приносить им победы и очки. Ну, как, ну, просто нас тоже играют очень быстровидные команды. Большинство спецбригад. 5-5. С многими вещами мы разбираемся. Но в большинстве, конечно, когда мы играем в большинстве, конечно, нелегко. Нелегко, что-то сказать. Ну, опять же, ну, пошагово так. Двигаемся. Я думаю, правильно управляем. Вот как-то так. Леонид Григорьевич, а вратарем довольны своим сегодня? Да, конечно, довольны. Мы как в концов видели, сколько раз. Поддержал в игре. Начали раскрываться, пошли ошибки индивидуальные. Какие-то. Держал, сколько мог бы. Ну сколько. Может забивать там будет, а держал. Молодец. Олег, еще вопрос? Нет вопрос. Спасибо. Спасибо, всего доброго.